Скажи, пожалуйста, ну в середине второго тайма уже было понятно, что практически игра до гола. Чего не хватило, чтобы попытаться, ну, отыграться? Ну, реализации, я думаю, в первую очередь не хватило. Очень много моментов. Не можем довести его до какого-то логического завершения. Скажи, как Черноморец, как соперник? Готовились? Да, конечно, готовились. Хороший соперник. Но я считаю, мы полностью владели преимуществом. Какой-то один момент угловой и пропускаем. Столько ехать и еще и не взять тут очков. Обидно очень. Спасибо большое. Все, не отвлекаю.